Всем привет, приехали к Джерри. Что ты говоришь? Я говорю, аппетит у Джерри плохой. Ага. И Мишаня тоже ничего не ест. Она, видать, думает, что я есть. Ну, Джерри ставлю еду. Тоже ничего не ест. У Джерри родились щенки. Сколько уже сейчас осталось, еще пока что не знаем. Я не считал. Не считал, да? Ну, а вообще сколько родилось-то? 12, я насчитал. 12 штук, да? Ну, частями они рождались. Ну-ну-ну. 12 штук. Вот так вот. Я не знаю, я туда не зайду, потому что она меня порвет. Давай ты заходи. И что мне делать? И я не знаю, даже она может меня, на меня даже напасть. То есть это, ну, защитная реакция у собак. Защищать свое потомство. Так и мне что, так, показать? У тебя есть коробка какая-нибудь или типа того, чтобы здесь щенков положить туда? Ну, и тазик только вынести. Есть. Тазик. Ну, без разницы, тазик. Давай, тазик. Да, я уйду пока в машину тогда. Давай, выноси. Эти кидаются, наверное. Джерри. Вон, видите, как она. Щенки плачут там. Я пока пошел в машину. Иди, Джерри. Иди, шлет. Сейчас щеняток посмотрим, а я тебе принесу их обратно. Джерри, ну ты что на щенка наступил? Где щенятки? Вот наши щеночки. Маленькие такие. Сколько им уже? Второй день получается. Второй день, да. Восемь штучек. Угу. Просто бывает то, что она наступит, может, на кого-то, и из-за этого они могут умирать. То есть она может их придавить. Ну или просто какие-то патологии. Ты хвосты не будешь купировать им? А во сколько? На 2 недели? Нет, на 3-й день желательно. А вообще завтра, что ли? Да. Ну на 3-й, 4-й там. А что стоит эта процедурка? За каждого что-то 200 рублей. 200 рублей? Да, за одного щенка. Ну, я так помню вроде, может и больше. Угу. Я сейчас не знаю сколько. А вообще до скольки месяцев можно купировать? Желательно вот, когда они родились. Пока они еще ничего не понимают. Да, пока у них там сосуды не окрепли. Ну, понятно. Власти, чтобы меньше крови. А я слышал, что что-то типа до 2 месяцев. Правда, нет? Не, можно. Я говорю, что потом психика все равно будет, ну, может подломиться, так сказать. Ну, конечно, уже больно будет. Больно будет, да. Тут, смотри, какой-то беленький есть окрас. Нет, смотри. Это бывает такое. Так просто? Да, это бывает такое. Смотри, как она светится. Да вообще. Это мелкий. Переживает. А, давай посчитаем, сколько это, девочек, мальчиков. Давай. Ты так. Знаешь как? Да. Девочка. Так, мальчик. Мальчик. Девочка. Мальчик. Че, пацаны победили? Девочка. 3 девочки получается и 5, да? 5 мальчиков, да. А, все, 8. Да, 8 штук. 8. Ну, как правило, мальчиков. Мальчиков больше нужно. Много кто хотят мальчиков, чем девочек. Хотят злую собаку? Наверное. Вот такие вот щеночки. И мамка вон рвет и мечет. А вот так что, еще походу выпустить, это плохо, да, дело будет? Не надо выпускать. Не, вообще, да, говорю? Ну, она, говорю, может... Она у меня-то забирала сейчас. Да. А Мишаня, она ничего? Мишаня... Где он? Она теперь в будке сидит. Или покакали, да? Отдохнуть от щенков. Так она же не выходит вообще от будки. Я ее в воду пою, ее подношу, воду пою. Она вообще не выходит. Мне что ты навалила? Вот эта кучка. Это хорошо. За 2 дня. Смотри, хлеб не ест. Еще хлеб, когда она беременная была. Ага. Точнее, не хлеб не ест, ни сухой корм не ест. Вообще ничего не ест. Ничего не ест, да? Точно.
Так, все, я маме отдаю сейчас. Да, да, давай. Только, блин, смотри, чтобы она не выбежала. Так, уйди, машина. Все, иди. Иди, иди, все. Все, притащи. Дождик начинается у нас. Все. Тучки ходят. Вон, видите, тучи. Дождик из-за этого. Закрыл, да? Да, все. Первого попавшегося сразу хватает в будку. Бегом, да? Да. Я говорю, Мишаня ничего, да? Она не злится. Мишаня, она вообще, это, как сказать, не мешается, в общем. Это, в общем, это, как нянька вторая. Я не знаю. Она и тоже не ест ничего. Сейчас отварю им, купил это... Там суповые эти, куриные, грудки там и что, как знаешь эти, спинки. Ну я понял. Ну, сейчас мясо это отделю. А так по времени сколько она получается рожала? Со скольки до скольки? Я вышел, наверное, часов в 9 утра, и вот с 9 утра, и, наверное, часов, не знаю, часов 6, может. Ну так обычно это, для отсорода. Ну, короче, около 12 часов, ага, примерно. Понятно. Вот так вот, Джерри. Теперь возьми столько с ними. Вон, видишь, валяется. Сколько же? Ну, на том фокусируйся. На чем? Тут можно. Вот сюда. Да, можно. Я, видишь, будку не стал капитально делать. Так. Да не, нормально. Как временку сделал ей. Пускай будет свободно вот так вот. Но. Главное, чтобы щенки не вылазят. Ты же перегородочку сделал, да? Сделал, да. Но. Главное, чтобы они нет, оттуда не вылазили. Нормально. И что они примерно, когда уже освоятся, недельки две, да? Тут прям уже такие будут весельчаки. Да, да. Недели две, они потом уже на третью неделю глаза начнут открывать. Может, даже на вторую некоторые. Но я в месяц покупал. В месяц она уже подает дрессировки. Да, да. Я тоже Мирану. Ну, полтора я брал. Такая вот Джерри мамка теперь. Это первый раз, да, у нее? Первые щенки. На вот этот писк он постоянно будет стоять. Да. Некоторое время, потом они освоятся, нормально будет. В общем, будем наблюдать за щенками, как они будут расти. Все вам будем показывать со временем. Так что обязательно смотрим видеоролики. Моют их. А так она к ним нормально относится, да? Лижет их, это... Ну, по поводу лизать, да, это конкретно. То есть, она им даже сосать не дает птичку. Mm-hmm. Начинает их мыть там, все. Хорошо. На тебя не рычит, да, нормально все относится? Нет, с первой минуты сразу, спокойно. Все хорошо. Ну, я не знаю, видишь... Мне кажется, что она очень добрая. Ну, по-разному, да? По-разному получилось у нас. Смотря к кому. В прошлый раз. Ну, вот такая вот Джерри, довольная. Жарко сегодня. Ну, вообще, в принципе, жарко. На следующий день что-то холодно. Передаю. Завтра. Ну, там до минус. Ну, ей наоборот хорошо будет. Угу. Джерри, давай к титькам потаскивай, корми. Они сами детей должны подползать. Я сейчас приехал, ни одного возле титьки не было. А-а-а. Все по разным углам. Я не знаю. Она же не понимает, что их надо к титькам подползать. Ну, посмотрим, что дальше будет.